Привет, друзья! Я в прошлый раз вспомнила, что я забыла показать вам улов с рыбалки, на которой мы были. То есть рыбку ловил мой отец. Вот попытаюсь пройти, чтобы на что-то не стать. На маменькие цветочки. Маменькие цветочки, да. Вот улов. Ну, они, конечно, спрятались. Теперь, когда меня почувствовали, вот они. Мы их не ловили для еды, а вот так, чтобы украшали двор. У вас есть такие, наверное, есть в речке. Вот попытаюсь их как-то с этой позиции. Я знаю, что есть здесь и один маленький сомик, но он, наверное, спрятался. Ага, вот. Нет, это не сомик. Ну, вот так. Мы поставили аквариум во дворе. У меня есть и в доме. В другой раз буду снимать этот в доме. Ну, вы видите, они рыбки как рыбки, они прячутся под каменем. А здесь есть и маленький бассейнчик, бассейн. И в нем есть рыбки, но это не увидим. Ну, понимаете, это не сделано профессионально и, ну, не важно. Впрочем, так.